Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и мы продолжаем играть Черепах-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосе будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны, все платиновые и все сотого уровня. Ребят, кто хочет себе такой же аккаунт, кучу персонажей, сотый уровень, кучу баксов фунтагена, пишите нашему подписчику. Ссылка на него есть в описании к этому видео. Говорите, что от команды Дитол вам будет бонус. Ссылка в описании, пишите и играйте на максимум так же, как и мы. Да, ребята, мы погнали в турнирную арену, в Лигу Мастеров и команду Дитол, как всегда, на первом месте. И сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а это у нас составчик от Утронт X. Утронт, тебе лайк и сердечко, конечно же. Сделал загадки, все поставил, поделился, подписался уже давно. Супер. Так, тесто, грибы и пепперони. Ага, это пиццелиции у нас. Круто, круто. Черепашка-терминатор. Ух ты. Так. И классическая черепашка в синей повязке. Ну, это понятно. А, классическая. Это Лео Классик, да, у нас получается? Ну, да. А черепашка-терминатор у нас кто? Черепашка-терминатор? Не знаю даже. А, слушай, здесь ответы есть. Робот Донателло. А, да ладно, робот Донателло. А кто у нас робот Донателло? Робот Донателло, это у нас, наверное, из фильма. Да, Донни из фильма. Вот он, кстати говоря, был, я на него обратил внимание. Вот он, ну, да? Только он, наверное, такой, терминатор такой, больше не похож. Так, и классическая черепашка синей повязки, поехали. Так ты взял фиолетовый? Ой, я фиолетовый взял. Ну, ничего страшного. Мазал. Ну да, ребятки, ничего страшного, пусть будет Донни. Ну что, поехали в бой. Не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно поделиться обязательно кнопочкой прямо под видосом. Есть лайк поставить и, конечно же, написать три персонажа в столбик в комментариях, а лучше три загадочки. Пишите загадки, ребята, мы их любим разгадывать, а вы любите их писать. Ну что, поехали. Так, смотри, у нас здесь Эйприл, давай с нее прям начинать. Хорошую выстрел, третью атаку. Третью. Да-да-да, давай третью, потому что эти две у нас массовые, ребята. Так. 6-4, это очень хорошо. И добиваем пиццелицы обычный. Можно обычный самый. Думаешь, обычный первый справится? Ну, давай попробуем. Да. Опа, да, справляется. И у нас, наверное, Бибов на уклонении. Давай Лео тогда, что делать? Ну, давай. Лео очень мощный у нас перс в любом его проявлении, поэтому будем его файтить. Что у нас так, здесь? Так, ладно. И Доня. Здесь Дони, терминатор, как казалось, атакует пиццелицу, и, кстати, неплохо так, мне кажется. А, у нас Майк еще есть, но он на уклонении, да, у нас... А, нет, не на уклонении. Кстати, его можно было бы даже атаковать. Смотри, мост в атаку. Ты, пиццелица, и страдает, прям совсем у него мало жизни осталось. Ого! Его потеряли. Убили! Его прям сразу убили, вот это поворот! Так, ладно, давай Донни, хорошую атаку первую, да? Ну, получается, чтобы так, меткость понижена. 4200. Так, хорошо, ребята, хорошо. И Майки атакует. У нас два персонажа осталось, два Донни против троих. Ну что, посмотрим, мощная атака от Бибончика. И здесь от Майки прилетает Майки у нас будет. Тоже хороший... А, это танцы у нас, не, атаку он повысил. Танцы, атаку повысил, и атакует сразу же сходу. Да-да-да, есть такое интересное дело у нас, уклонение. Давай по Майке, что ли, файтить, потому что уклонение у Бибопа постоянно висит, как он его вешает. Пассивочка, наверное, какая-то массовая атака от Донни, и атаку понизили, как плохо. Что ж такое-то, а? Защиты повышены. Так, вероятность крита увеличивает, не особо нам это нужно, ребята, критануть мы и так можем, и... Мощная атака, опять идет, кривая бомба. Меткость еще понизили. Так, ну что, Майки у нас рвется в бой на скорости. И да ладно, добивает Донателло. Да, ребята, остался один Донни, к сожалению. И хорошо, у него есть защита. Защита ему может помочь хоть немножко. Да что ж у них так хелсов много, никого мы не зафайтили. Не знаю даже. Уклонение. С ноги бьем, обычная атака. 1200, мне кажется, мы проиграли. Да, здесь все может быть, ребята, посмотрим. Да нет, по одному дамагу всего лишь наносим. Ну что, давай попробуем мощную атаку. У нас, правда, меткость понижена.
И меткость понижена, и уклонение у противника. Но попадает, попадает Донни, красавчик. Да, есть такое дело. И Донни атакует, но защита играет, ребята, свою роль и вешает защиту постоянно. Донни наш, молодец, красавчик. И я думаю, что мы победим, потому что дамага никакого нам нанести никто не может. О, да, массовые это... можем использовать. Да, наконец-то, давай использовать. И угостим его эспрессо. Да, просто куда-то мимо прошло, что с ним случилось? Ну-ка. Еще ну-ка. Одна массовая атака, но слабенько еще очень. Сколько? Ой-ой-ой, защита, защита пропала. И промахивается. Ну, промахивает хорошо, с ноги ему прям, бам, 2,54. Так, и здесь 200 дамага все-таки выбил. Ой, там мощная была. Ну ладно, и так добьем, ребята. Еле-еле мы победили. Очень была напряженная борьба. А мы отправляемся дальше. У нас следующий составчик от Спайдер-пельменя. Пельмень, тебе лайк и сердечко. Мой составчик. Это у нас загадочка. Очень хорошо, ребят, пишите ваши загадки. Доктор Виктор Фалько. Виктор Фалько? Что знакомое на самом деле? Эксперимент доктора Виктора Фалько и мусорщик. Ну, мусорщик это понятно. Это у нас Макман. Макман, да. Так. Ну, тут доктор Виктор Фалько, мне кажется, это возможно, отец Эйприл. И получается... Ну, как вариант. Ну, тут есть ответы, если что. Это крысиный король. Да? А, крысиный король. Я помню, да, окей. Представляешь? Я сам в шоке. Я долго думал, думаю, не разворачивать комментарий. И посмотрел, а это Крысиный Король и Роквиль. Вот это вот загадки, ребята. Вот это я понимаю. Мы очень сильно задумались по поводу них. Круто, реально. Пишите сложные загадочки. Но не забывайте писать ответ, ребят. Потому что выберем иначе на свое усмотрение. Так, ну что, мы берем? Так, а я Крысиного Короля не вижу что-то у нас. Так ты его взял. Ой, точно-точно. Макмана и Роквиля не вижу. Роквиля. Вот Крысиного Макман, Короля. Макмана пролистал. Макмана. Ой. Нет, это Крипы, Макман и доктор Роквиль тоже там рядом был, обезьяна. А, вот он сразу здесь. Да, поехали, ребята, в бой. Не забывайте делиться видосиком, конечно, ставить лайки и писать ваши загадки в комментариях, ребята. На трех персонажей пишите. Ну, не забывайте про ответы тоже куда-нибудь ниже там, чтобы сразу мы не видели. Да, погнали. Так, погнали. Что у нас здесь из критического? Хиллер намечен, и ему сейчас... Дадим, конечно, давай, превосходящий так, разум. Думаешь? Ну, попробуем. Да, 4400 неплохо. И еще одна у нас. Да, еще одна, да, мозговая атака. Да, вот так вот, минус Эйприл, неплохо. У нас два создания одинакового образца. Опа. Так, лагерь для исцеления, Донни, но наверное. Мы не пользуемся. Да, давай, Донни, кулачищами, да? Мы его добьем, я думаю, сразу же добьем. Ой, нет, мы добили чуть-чуть. Хватило. Так, отлично, отлично. Пока все держатся. Удары держат, хорошо. Монет. И давай добьем все-таки Донателло. Защиту они точно уже не повесят. А теперь, я не знаю, ну давай Раф, да, окей. Да, Раф посильнее, у него никаких здесь нету защит, ничего, никаких бафиков. Поэтому справимся хорошенечко. Оп, а теперь иммунитет появился. Так, что у нас здесь? Да. Просто прихлопнет. Ой, мне кажется, добьет. Нет, не добил, 3, слабенько. 600. Ну, Макман на самом деле выдает всегда хороший урон, поэтому... Он да, красавчик. Макман у нас здоровяк, конечно, еще тот. Массовая атака от Вани Стиранка. Шлепнем рукой вот так, бам, и все. И здесь да, у нас... ну, просто обычная тоже. Обычную атаку? 2000. Атакует Майки, промахивается, еще раз атакует, промахивается, два раза промахнулся, бывает у Майки такое. Так, бам! С ноги 400, и смотри, Майки еще рвется в бой. Так, да, у него используется. Да, слушай, Майки, конечно, тут рьяно пытается нас атаковать, и доктор Роквиль, ой, можно было и массовую. Так, Майки все, рвется, атакует и атакует. Давай массовую. Давай массовую, да, массовую используй. Так, летят ножички, слабенько, еще жив у нас, получается, Майки, и у нас очень мощная атака мусора. Ну, мусорная атака, 8097, круто! Да, ребята, очень круто, не забывайте, чтобы в видосик попасть, все спрашивают, как попасть в видео, ребят, нужно обязательно поделиться, вот прям кнопочка поделиться под видосиком у нас есть, прям ее нажмите и отправьте этот видосик своим друзьям в WhatsApp, Viber, я не знаю, ВКонтакте, где вы общаетесь.
поделитесь. Обязательно поставьте лайк и, конечно же, не забывайте писать ваши загадочки, ребят. Чем круче загадка, тем у вас больше шанс попасть в видосик. И, конечно, ответы свои прям пробельчиком вниз опускайте, чтобы мы могли, если что, себя проверить. А иногда и мы не знаем, потому что загадки очень крутые и сложные. Да, ребят, мы очень любим загадки, так что постарайтесь уж в следующий раз, чтобы мы прям страдали. Да, ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки и, конечно, скоро увидимся. С вами был Command Detail, до новых встреч, новых видео. Пока! Пока!